Оттого это я здесь застукала на месте творчества. Кто здесь великий дизайнер? Красоту наводишь, да? Мосечка, сам красивый и хочет, чтобы вокруг все было красиво. Ах ты молодец, ах ты мой зайчик старательный. Левочка, а ты уже все устала и там где-то? Все уже? Надоело уже красоту делать? Мне кажется, вам никогда не надоест делать эту красоту. Да, Мося? Никогда не надоест красоту наводить. Лёва все время делает втихаря, когда я не вижу. А Мося при мне трудится. Мальчик, трудолюбивый мальчик наш. Специалист высокой категории. Ну что будешь дальше делать? Пойдешь другие углы украшать, да? Ой, чё мой украшатель? А, смотрите, он не любит. Когда ему вот здесь вот чашешь, не любит. Не любит? А зачем портишь стены? Буду чесать. Не любит, возмущается тогда. Смотрите, сидит, терпит. И пищит. Ладно, не буду издеваться над Мосей. Иди порти дальше. Так и быть, разрешаю.